Здравствуйте, это программа «Наше время». Первая волна паводка до Алтая еще не добралась, но отдельные подтопления уже возникают. Почему в нашем регионе готовятся к худшему сценарию, если этот сценарий все-таки станет реальностью? Будут ли люди и их имущество в безопасности? Поговорим с начальником отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления МЧС России по Алтайскому краю Валерием Коровиным. Валерий Петрович, снега в этом году было немного, но тем не менее уже сказали, что Алтай готовится к худшему сценарию. Какие все-таки прогнозы даются? Ну, хочу сказать, что мы, исходя из опыта 2014 года, готовимся, как вы заметили правильно, к наихудшему сценарию. Это чтобы подготовить все населенные пункты Алтайского края, которые подвержены паводку. Соответственно, прогноз у нас... Паводок 2014 года не должен повториться. Запаса воды и снега, другие данные, необходимые для прогноза, они об этом говорят, что паводка 2014 года повторений не должно быть. Соответственно, комплекс мероприятий на территории Алтайского края спланирован и выполняется. Угу. Что такое все-таки худший сценарий? О чем это? Худший сценарий – это повторение подтопления 2014 года для Алтайского края. То есть это максимальные уровни, которые возникли в 2014 году за всю историю наблюдения. Соответственно, и очень большая территория Алтайского края была подвержена паводку. Пострадало значительное количество населения и территории края. Но, как вы уже сказали, такого не планируется. Такого сценария не прогнозируется, но готовятся все населенные пункты Алтайского края к предстоящему паводку. Как вы правильно заметили, мы вступаем в активную фазу паводка, опасного периода. Когда ждать первую волну паводка и какие все-таки населенные пункты под угрозой? Первую волну паводка, она традиционно начинается с... первой декады апреля и по вторую декаду апреля как бы проходит. Затем наступает вторая волна паводка, это с мая по июнь. Населенные пункты у нас все известны, подверженные угрозе паводка. То есть населенных пунктов у нас в настоящее время 204 населенных пункта, подверженных угрозе риску паводка. Все населенные пункты и жители Алтайского края проинформированы, оповещены, будут. Какие прежде всего это населенные пункты, в каких самая вероятная угроза подтопления сейчас? Если смотреть паводок, рассматривать с точки зрения первой волны, да, это у нас традиционное южное направление, традиционно бийское направление, куда... В настоящее время отправлены наши оперативные группы Главного управления для мониторинга ситуации паводковой. И все-таки Алтай традиционно страдает больше от второй волны паводка, когда с гор сходит талый снег, талые воды. В какие сроки вторая будет волна и какие прогнозы как раз на вторую волну? Ну, на вторую волну у нас, вторая волна у нас также начинается, как я ранее заметил, что с мая и по июнь. Традиционные населенные пункты – это микрорайон Затон, микрорайон Зеленый Клин, города Бийска, соответственно, Камень на Абиме, город. Это традиционные города, населенные пункты, которые подвержены более риску второй волны паводка. На некоторых реках края уже начали подрывать лед. Зачем это делается и насколько эффективна эта мера? Эта мера достаточно эффективная, соответственно, она... Лед разрушается, и вода, затор разрушается, и вода уходит вниз по течению. Где подрывы эти уже происходили? В настоящее время проведены подрывы в Бийском районе, в Тальменском районе. А что может пойти не так? В том числе в этих районах, где уже проведены подготовительные работы, где подорвали лед. Пойти может не так, если будет наложение определенных природных факторов. Это резкое потепление, резкие, большое количество выпадения осадков в виде дождя, наложение других дополнительных факторов может способствовать, конечно, повышению значительному уровню воды в реках и, соответственно, может вызвать угрозу паводкам.
Самым разрушительным на Алтае, как вы уже сказали, был 2014 год, паводок 2014 года. В полной ли мере регион справился с последствиями этого паводка? Полностью Алтайский край восстановился. Все объекты инфраструктуры, дорожные, социально значимые объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства в полном объеме восстановлены, и в целом они нормально функционируют. А насколько вот эти пострадавшие районы, которые тогда как раз пострадали, готовы к паводку в этом году, и что предпринималось там для все-таки недопущения нового подтопления? Ну, какие-то примеры, может быть, есть? Вот там построили дамбу, здесь отсыпали грунт, ну, что? Ну, на территории города Бийска у нас возводится почти до конца с готовностью 75% уже это защитная дамба, которая способствует будет защите микрорайона «Зеленый клин». Проведены расчистки русел рек. Если все-таки паводок будет развиваться, ну, по какому-то не очень приятному сценарию, насколько люди будут подготовлены, за какое время они смогут узнать об опасности и, соответственно, предотвратить, ну, не знаю, там, порчу имущества и, не дай бог, здоровья? Во-первых, у нас целью подготовки к предстоящему паводку во всех населенных пунктах проведено информирование населения о целью, как действовать во время паводка. То есть проведен подворовый обход граждан, разданы памятки, проверена система оповещения, которая будет задействована в период паводка. То есть это какие-то громкоговорители? Да, на улице? Это громкоговорители, это переиспользование автомобилей с громкоговорящими устройствами. Это система, местная система автоматизированного централизованного оповещения. За сколько вы сможете предупредить людей, если, не дай бог, вода пойдет? Во-первых, сейчас у нас имеется система, с момента 2014 года паводка, да, у нас модернизировалась система гидропостов, то есть мы в настоящее время имеем 50 гидропостов, которые в автоматическом режиме следят за уровнем воды. Вы на вопрос ответьте, за сколько конкретно вы сможете предупредить людей? С целью предупреждения людей у нас работают оперативные группы, да, на территории предусмотрена работа оперативных групп, которые непосредственно мониторят ситуацию на реках края, да, и при угрозе у нас возникновения чрезвычайной ситуации будут во все районные населенные пункты направлены экстренные предупреждения о превышении, возможном превышении уровня воды в реках. Ну, это сутки, не знаю, двое, неделя. В настоящее время мы работаем, как бы сказать вам, в режиме онлайн. То есть, если у нас где-то будет превышение уровня, да, мы прогнозируем, знаем, внизу по течению будет дохождение определенного времени волны, соответственно, мы направляем в те населенные пункты экстренные предупреждения и обходим, будем обходить население с целью предупреждения, в том числе подворовый обход. То есть. Спасибо, Валерий Петрович. О том, почему на Алтае готовятся к худшему сценарию прохождения паводка и будут ли наши люди и их имущество в безопасности этой весной, мы говорили с Валерием Коровиным, начальником отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления МЧС России по Алтайскому краю. Это была программа «Наше время». Увидимся.